есть возможность обратиться в... Не стоит этого делать. Возможно. Как мне понять, почему? Власть советов. На столице FM. Сегодня главный советчик, консультант по бизнесу, банкир, предприниматель Роман Дусенко. Рома, здравствуй. Привет, всем добрый день. Ты знаешь, ты как на фотосессии все время, знаешь, ты сразу улыбка, ты знаешь уже, как улыбаться, как повернуться. Да нет, куда-то. На самом деле... Так и есть. Вот еще минуту назад сидел, как только раз эфир, все, надо отрабатывать. Ребята, работаем, молодец. Нет, я очень хочу сказать тебе большое спасибо за то, что у нас есть с тобой такая возможность общаться и помогать людям, давая им какие-то реальные советы. Надеюсь, это действительно будет полезно. Не знаю. Вот сегодня тема такая у нас, знаешь, обоюдоострая. С одной стороны, наверное, будет интересно, с другой стороны, никому в голову бы, наверное, не пришло, если бы мы не предложили обсуждать начальников в нашем прямом эфире. Начальники бывают разные. Так вот, образно я назвал нашу с тобой встречу, а вообще типология начальников, да, если по-серьезному, да? Ну вот... Давай начнем с дам. Вот у тебя была какая-нибудь, Лен, такая история в жизни, когда ты пришла, подумала, ага, вот надо начальника изучить, посмотреть, как он ходит, как говорит, что ему надо, и потом уже к ним подстроиться, подладиться, и, то есть найти к нему подход, и потом вот уже нормально работать, или нет? Мне кажется, так действует каждый человек, и мужчина, и женщина. Ты приходишь сначала, пытаешься как-то сосредоточиться понять. На его манерах, повадках, понять, да. Ну а дальше уже можно вступать в диалог, потихоньку. Слушайте, ну я тогда среди странных двух людей нахожусь. А ты так сразу? С места в карьеру. У тебя просто это происходит подстройка неосознанно, на подсознательном уровне. Может быть. Хотя я считаю, что ты пришел работать, тебя взяли работать, ты должен работать и не подстраиваться под начальника. Какой бы он ни был, какого бы пола, сексуальной ориентации, цвета волос и одежду. Абсолютно верно. Только мы говорим здесь о следующем. Мы говорим не о работе, это само собой подразумевается. Мы говорим о том, насколько твои отношения с твоим руководителем, выстроенные правильно с учетом его типологии, помогут лично тебе продвинуться по службе и получить повышение заработной платы. 90-90-99-6, код Москвы 495. Для смс 5533 со слова «Я», пожалуйста, начинайте. Задавайте вопросы, рассказывайте о своих начальниках, подстраивайтесь и помогает ли вам это. Ну тогда тебе самый первый главный вопрос. И что? Какие они бывают, эти начальники? Давай начнем с того, что, к счастью, я опять принес книгу, которую мы разыграем первому нашему позвонившему или задавшему наиболее интересный вопрос. А на самом деле я бы хотел начать вот с достаточно грустного утверждения, что когда мы приходим в компании, мы настолько воодушевлены и радуемся тому, что перед нами открываются новые двери, но когда человек уходит из компании, он в основном уходит не от компании и не из компании, а он уходит от руководителя, от плохого руководителя, с которым у него не сложились отношения. Но если у тебя сложились отношения с руководителем, а он все равно плохой руководитель, это значит, что ты все равно уйдешь, но нет, только от плохого руководителя. Нет, это значит, что ты смог выстроить свои отношения с ним с учетом не плохой или хороший, а с учетом его особенностей, ведения данного управленческого процесса для того, чтобы максимально эффективно выполнять свою работу. Но это разве не взаимный процесс друг к другу? То есть начальник тоже же должен смотреть, кто к нему пришел? Безусловно, мы поговорим об этом. И с точки зрения типологии начальников, люди, которые руководители, которые заинтересованы в том, чтобы их окружение, их персонал развивался и работал с ними в состоянии двойной коммуникации, как связь от него, так и связь оттуда, это у нас очень редкие руководители, они у нас относятся к категории святых, так сказать. Ну, все-таки, если говорить о типологии, я посмотрел, есть типологии самые разные. Есть по мультикам, героям мультиков и телефильмов. Есть какие-то по известным людям, да. Вот, например, он как Наполеон, а это как Маргарет Тэтчер. Какая типология начальников тебе ближе? Расскажи нам. Ты знаешь, я когда готовился к нашему эфиру, я отдельно выписал и создал, кстати, на странице Facebook, где меня каждый может найти, сейчас выложена презентация о типологии руководителей. И я буду очень рад, если кто-то задаст какие-то вопросы или будет кому-то необходима моя помощь, я абсолютно бесплатно это сделаю, буду рад это сделать. Так вот, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, я смог собрать 51 тип руководителей. Кошмар, так можно утонуть вообще в этой типологии. Например, твоей. Я тебе просто назову: аскет, боец, лентяй, либерал, льстец, черепаха и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, ты знаешь, жизнь настолько сложна и настолько многообразна, что любое упрощение это является лишь схематическим. Это лишь всего несколько упрощенный взгляд. Поэтому каждый из нас сочетает в себе черты тех или иных. Поэтому мы абсолютный набор, такой как бы конструктор, связанный из разного рода типологий людей. Точно так же, как нет чистых сангвиников, холериков и так далее. Флегматиков и так далее. Роман, давайте с самого жесткого начнем.
точно. Вот давайте, самый страшный шеф, это какой? Самый страшный шеф, на мой взгляд, это садист. Садист. Ну, собственно говоря, знаете, когда... Если вот отличный фильм есть «Дьявол носит Прада», может быть, смотрели, и вот руководитель этого журнала, она отчасти была руководителем-садистом. То есть все готовились к тому, что сейчас человек зайдет в офис. Все разбегались по своим углам, все боялись какой-то личной открытой коммуникации. Но, безусловно, она была профессионал. И в этом смысле, если садист-профессионал, это хорошо. Но распознать его очень легко. На самом деле, это такие черты, которые заставляют, если люди чувствуют себя неуверенно, если чувствуют страх, если не уверены в том, что произойдет завтра, знают, что рано или поздно все их заслуги будут приписаны к ему лично. То есть это человек, который никогда не отдает энергию в непосредственно как бы в персонал и непосредственно людям, исполнителям. Это, безусловно, садист, который именно так мы специально его назвали, такой типолог, который действительно никаким образом не заинтересован в развитии человека. Ну и возникает вопрос, как с ним вести себя. Ты знаешь, есть на самом деле даже определенные такие как бы подходы к нему. В первую очередь, действительно, нужно разобраться, что он именно такой. И, соответственно, как бы в необходимый момент появляться с нужным... То есть ловить моменты настроения, ловить моменты понимания того, что сейчас именно нужно подойти, что нужно сказать, потому что на самом деле в гневе эти люди, к сожалению, Россия еще относится к таким странам, где могут и кричать, и ругаться матом на работе и все остальное. Садомазохизм, мы все прекрасно знаем эту спайку. А может быть, мазохиста из себя изображать? Ты знаешь, нет. В этом смысле, как только ты превратишься в жертву, твои шансы абсолютно... То есть он будет на тебя орать? Абсолютно, да. Я понимаю, да. Здесь с руководителем-садистом очень важно выдерживать дистанцию, учитывая его черты, но в то же время не позволять превращаться в жертву. А войти в доверие можно к садисту? Абсолютно верно. Мне кажется, да. Спасибо тебе большое, что ты нам всем подсказываешь. Войти в доверие — это универсальный рецепт любой типологии руководителя. Для того, чтобы войти в доверие, нужно просто быть профессионалом и в нужный момент ему помочь. Как ни странно, любой человек, будь то садист или кто угодно, нуждается в нашей помощи, и у него будет трудный момент. И именно в этот трудный момент, когда ты искренне, абсолютно желая ему добра, поможешь, ты вызовешь у него доверие. И в этот момент как бы тучи могут, знаешь, такое облачко голубого неба будет над твоим рабочим местом, когда вокруг будет полыхать гроза и будут тучи. Такого рода руководители, насколько я понимаю, они приходят на работу как к себе домой. То есть да, это все их, это конечно, их вотчина. Соответственно, они ведут это себя... Это продолжение его личного пространства. Каким-то образом можно воздействовать, я имею в виду обороняться или нападать, может быть, клин-клином? Не обороняться, не нападать невозможно, потому что это руководитель. И если руководитель вдруг понял, что вы его антагонист, а вообще ни один руководитель, особенно садист, не держит никакой конфронтации или оппозиции внутри своего подразделения, поэтому это будет шанс на увольнение. То есть к вам, вас будут контролировать каждые 5 минут, вы пришли, вы будете замучаетесь писать объяснительные записки. В этом смысле, возможно, один из путей решения — откровенный прямой разговор. Кто вообще не должен идти на работу, где есть вот такой директор, мазохист? Точнее, садист. Знаешь, какой мазохист не должен туда идти? На самом деле, здесь ты очень, Саш, спасибо тебе большое, поднял отличный вопрос. Если, например, я сейчас чуть-чуть издалека зайду, если ты конкретный исполнитель, и вдруг ты попадаешь к руководителю-демократу, который не дает четкие инструкции, а ждет от тебя каких-то фантазий или инициатив, тебе будет очень трудно, потому что ты привык работать в другом. Если ты признанный лидер, и ты попадаешь к садисту или к деспоту, то тебе будет очень трудно. Соответственно, если вы чувствуете в себе, что вы не можете работать под давлением, несмотря ни на что, если для вас ваше собственное «я», оно гораздо важнее, нежели слышать постоянные крики и оскорбления в свой адрес, то этот руководитель не для вас. Однако, давая такие жесткие рекомендации, это не значит, что нужно сломя голову нестись и писать заявление об увольнении. Необходимо уметь на рабочем месте найти себе запасной вариант. Роман, а садист — это, как правило, человек, который ведет себя как царь, с такой повелительной походкой расхаживает по своему офису, или это такая дерганая истеричка? Это больше, как вот, они себе, Леночка, первое твое вот, то, что ты описал, это больше похоже на тип руководителя барин, когда он приходит к себе домой, что это его вотчина, что здесь все, это его
крестьяне, это его деревенька, так сказать. А дерганный, истеричный человек, наверное, все-таки больше не садист. Садист — это когда человек сознательно вызывает у тебя страх своим появлением, и что бы ты ни сделал, всегда ты получаешь негативный отклик. Я так понимаю, что начали не случайно садистов, потому что таких большинство у нас в стране. Нет, не хочется верить, что это не так. Ну как, я начальник, ты дурак. Даже если ты не садист, у нас очень быстро люди привыкают к этой роли, и ты все, и дальше все уже, кто ниже тебя по званию, по должности, они становятся дураками. Поэтому, а сколько садистов? Ну, вот с твоей точки зрения, сколько ты знаешь таких, по крайней мере, в своем окружении? Кстати, мы начали эфир, а я, когда готовился здесь перед операторской, я думал, мне хотелось бы сказать, с другого начать. И, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех руководителей, которые были в моей жизни. Потому что каждый руководитель, который был у тебя, он передал тебе частицу самого себя. Кем бы он ни был, женщина или мужчина, мне везло на руководителей женщин. И это были замечательные люди, которые мне столькому всему научили, что благодаря им я являюсь тем, кто я есть сейчас. Поэтому, несмотря на то, какой у вас есть руководитель, посмотрите на него с другой стороны. С точки зрения явно, что человек чем-то профессионален, чем-то более интересен. Вы сможете от него взять что-то. Но, отвечая на твой вопрос, как много деспотов у нас в России, немало. Роман Дусенко, у него сегодня день благодарения. Благодаря нашей радиостанции, в свою очередь, мы продолжим с ним общаться. Консультант по бизнесу, банкир-предприниматель. Сегодня говорим о разных начальниках. 90-90. 99,6 наш телефон, 495, код Москвы. После новостей продолжим. Есть возможность обратиться в... Не стоит этого делать. Возможно. Как мог понять, почему? Власть советов. На столице FM. Рассказывайте о своих начальниках, как вы с ними находите общий язык. Вообще, можно ли в России с начальниками найти общий язык? Консультант по бизнесу, банкир-предприниматель Роман Дусенко здесь находится и продолжает отвечать на наши вопросы. У тебя был какой-то... День, ты хотел... Ты вообще сказал, что их немало. А, да, их очень немало. Садистов ты имеешь в виду. Да. Но я все-таки хотел бы поговорить несколько о более позитивных начальниках и... Нет, подожди, у Лены был про садиста еще хороший, мне кажется, вопрос. Роман, что хуже, садист женщина все-таки или садист мужчина? При всей моей любви к прекрасному полу, я могу сказать, что если вы попались на женщину-руководителя... садиста, вам будет очень нелегко выстроить взаимоэффективно и продуктивно. Нелегко, если ты женщина, или нелегко, если ты мужчина? Если вы женщина, вам вообще нелегко. А если вы мужчина, у вас есть еще небольшой шанс. Объясню, этот шанс почему. Называется через... Постель? Я бы не хотел считать, что все проблемы с женщиной-садистом решаются через постель или служебный роман. Я считаю, что об этом можно поговорить. На самом деле перед тобой сидит яркий пример служебного романа. И моя супруга, вот мы с ней познакомились на работе, у нас счастливый брак и двое замечательных детей. И очень многие топ-руководители знакомились именно на работе, потому что ты все время проводишь на работе. Но здесь я имел в виду служебный роман с точки зрения влюбленности и любви. А ты, наверное, спрашиваешь о служебном романе с точки зрения какой-то карьерного продвижения. Ну, естественно, вот женщина, женщина такая монстр, да, садист. Вот я прихожу такой весь красивый, зеленые глаза, волосы еще на месте, да, ну, то есть все хорошо, и потихонечку подкатывают цветы, мороженое и так далее. Ты знаешь, к сожалению, вот с женщиной-садистом я читал очень интересное интервью, кстати, по поводу женщин, и вот одна из авторов выделяет несколько типов, причем там 5. Королева, неприступная, но мне больше всего понравилась амазонка. Вот такие, знаете, вот женщина-амазонка, которая руководитель, еще и садист. Вот у нас сегодня прям как-то это слово достаточно часто встречается, но однозначно это не прокатит. Только если в том случае, если ты смог вызвать ее настоящий интерес, как женщины, не в плане подчиненной, потому что если ты подчинен, ты ей не интересен. Однозначно. Если ты как человек мог вызвать интерес своими качествами человека, и несмотря на то, что мы могли ее отхарактеризовали и отнесли к этой категории, это возможно. Но они же садистки, они же одиноки обычно, а я суперлюбовник. Почему же ей это будет неинтересно? Ты знаешь, вот есть одно очень такое правило для мужчин особенно, когда ваш руководитель женщина, никогда не заводите с ней служебные романы. Хорошо. А вот для женщин наоборот. Что значит наоборот? То есть, если ты руководитель мужчина, то женщине наоборот нужно заводить роман? Ты знаешь, если она свободная, и ты свободен, и это прекрасное время, которое вы можете провести вместе, даря друг другу тепло, это вполне допустимо. Ну а сколько таких замечательных романов, как у тебя, Роман?
Я думаю, что очень много, потому что большинство моих друзей... Я-то знаю наоборот. Как большинство моих друзей это женаты на теми, на тех женщин, с которыми они работали. Но это не были служебные романы, это все-таки любовь. Так я про это и говорю, потому что все служебные романы, которые проходили у меня на глазах, это истерики, это слезы, это... Это чувства, это радость от нашей жизни. Это же наша жизнь, она наполняется чувствами. Если люди свободны, и если они могут дать друг другу тепло и радость, то, что у них нет... Почему это может быть какими-то ограничениями? Потому что это может вредить окружающим. Вот, смотри, как заговорщически Лена на тебя смотрит. Лена, расскажите, может быть, у вас был какой-то опыт? У меня опыт был, да. Я работала в компании, где между начальником и подчиненной завязался роман. И потом закончилось это контрами между всеми абсолютно. И люди стройными рядами встали просто в один прекрасный день, написали заявление и ушли, потому что это было невозможно. То есть рассорили всех и вся вокруг. Вот мне кажется, это чревато, нет? Чревато, да, я согласен. Но, опять же, если люди смогут найти в себе баланс сохранения качества работы и добавленное, приправленное остротой прекрасных отношений и радостью от общения друг с другом, мне кажется, только любая компания, любой подразделение от этого выиграет. Надо скрывать просто умело свои служебные романы. Кстати, у меня тоже есть наша с тобой одна знакомая. Я наблюдал ее, как раз-таки у нее был служебный роман. Вот она себя настолько так достойно вела. Во-первых, все знали, но она вела себя так, как будто ничего нет, ничего не происходит. Супер, молодец. И до сих пор поэтому она снискала уважение, и мы уже работаем в разных местах, а все равно преклоняемся перед ней. К суперзвезде. Давай, суперзвезда. Суперзвезда, безусловно, это человек, который достигает фантастических целей. Это человек, ориентированный на результат. Это топ-менеджер, который мечтает достичь максимума в своей карьере. Работа в его команде — это, безусловно, фантастический плюс к вашему резюме. Но есть одно «но». Все, что вы делаете, все заслуги приписываются лично ему. То есть вы должны понимать, что это такой фантастический драйвер, который несет вас вперед, вверх по карьерной лестнице, но однозначно с этим вы должны прекрасно понимать, что только лишь его тень вы можете рассчитывать только на... То есть ли на его тень и не больше ни на что. Саш, в журналистике с таким начальником сложно, мне кажется, будет. Ну, ты знаешь, я, например, человек не очень тщеславный, поэтому мне нормально. Ну, то есть, что значит мои заслуги? Ну, вот я сижу, веду эфир, да, вот есть мой начальник. Если он придут, не дай бог, высокие рейтинги, да, он скажет, это все он, ну, да пусть будет, пусть радуется. А что такого? Главное, чтобы при этом он не говорил, что все остальные... Это так, да. Какая-то мелкая рыбешка, да? Ну хорошо, как себя вести нам, людям, которые иногда встречаются с такими начальниками? Безусловно, суперзвезда — это отличный шанс. Отличный шанс научиться драйву, отличный шанс научиться целеориентированию и движению поставленной цели. Это фантастический пример, как нужно себя вести в корпорации. То есть... Брать с него, просто копировать все, что он делает. Я представляю, одна суперзвезда ходила, да, вот этот павлиньей походкой. Мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о другом. То есть суперзвезда — это не значит ходить павлиньей походкой. Я лишь говорил сейчас о деловых его качествах. А то, что есть некий звездный шлейф, мы не об этом. Конечно, это копировать не нужно. Но нужно присмотреться и взять себе на заметку и вооружение к следующему своему карьерному шагу. Или после того, как эта суперзвезда уйдет куда-то дальше, а вы были первым человеком, который был вместе с ним, и у вас есть высокий шанс занять его место, вот здесь все эти навыки, которые вы подсмотрели у него, вам обязательно пригодятся. Ну как здесь втереться в доверие к такому человеку? Вообще, как себя вести с ним? Сделаться незаменимым. Что такое суперзвезда? Суперзвезда — это человек, который не всегда четко и классно планирует свой день. У него бывают взлеты и падения, как мы говорили, настроение. И в момент падения настроения, когда его кто-то, в том числе вышестоящий руководитель, о чем-то может спросить, вы должны помочь ему выглядеть достойно. И если вы в этот момент сможете найти и поддержать его, сделаться ему незаменимым, ваши шансы, они прекрасны. Правильно, у любой звезды есть свой директор, есть пиарщик, да, к которому он обращается за помощью. Это, видимо, аналогичная позиция. А у суперзвезды вообще есть еще один нюанс. Они любят, когда им все время аплодируют. Есть этот момент, который внутреннего и внешнего одобрения.
ему не хватает внутреннего похвалы комфорта хватает, для того, чтобы поддерживать свой собственный статус. Для этого он черпает энергию изнутри, пытаясь получить поддержку от всех окружающих. Но это звезда, которая не цельная, мы говорим бы так. То есть, наверное, это некая такая, знаете, растущая звезда. А если мы говорим о состоявшейся профессиональной звезде, он все прекрасно понимает. У него высочайшая самооценка, адекватная. Он понимает, сколько он стоит на рынке. Но он, опять же, понимает, что звезду делают его окружение. Он это понимает, и если вы можете сделаться ему незаменимым, ваши шансы, повторю еще раз, отличные. Ты знала такого какого-нибудь звезду? Суперзвезду. Да. Ты знаешь, нет. Пожалуй, мне за исключением одной ситуации тоже всегда везло с начальниками. И они были, наверное, больше какими-то демократами, что ли. Ну, давайте, кстати, перейдем к каким-то более простым вариантам. Потому что суперзвезда, да, и садист — это что-то такое запредельное. Да? Лимит. Что-нибудь позитивненькое, да, такое. Давайте мы поговорим, например, о отличной... Отличный пример, на мой взгляд, это тупица. Пусть это будет позитивно, с улыбкой, но вот действительно, представьте, что такая ситуация, что вы оказались в том состоянии, когда место руководителя занято человеком, который абсолютно ничего не понимает. Это человек, который случайно оказался в силу родственных связей или в силу еще каких-то обстоятельств, но он ваш руководитель. Что делать? В этой ситуации очень просто. В этой ситуации, опять же, нужно стать для него незаменимым. Потому что именно он, понимая, что кто-то должен за него вести всю работу, если вы станете той лошадкой, на которой он взвалит всю работу, да, вы прекрасно понимаете, что вы будете много трудиться, но это даст вам колоссальный шанс приобрести профессионализм. А он не озлобится, тупица, когда он уже сможет расправить крылья? А вы, ваша же еще цель не то, чтобы показывать ему, что вы выше над ним. Ваш опыт и ум... И качество эффективного коммуницирования с ним позволяет вам находить те моменты и решать его задачи, не выпячивая себя. Вот когда вы понимаете, все равно должность тупицы, она кратковременна. Вышестоящее руководство поймет рано или поздно ошибку, его уберут. Но кто встанет на его место? А вот тупица это тот человек, который все время думает, что его подсиживают, да? Если он видит каких-то людей рядом с собой сильных, он понимает, что они умны. Это паникер, скорее всего. Паникер, да? Да. Ну вот расскажи о паникерах, потому что я такие достаточно часто встречаю. Я человек совершенно неамбициозный, никогда не мечтал быть руководителем. И когда я встречаю таких, он везде-везде ставит какие-то заслоны, что не дай бог, все перепроверяет, а вдруг ты захочешь на его место сесть и там пожать то, что он еще не пожал. К сожалению, если ты попал к такому руководителю, ты должен быть готов к тому, что его правление имеет место быть. То есть оно не может кончиться быстро, потому что, как ты правильно сказал, обстраиваясь и обставляя все от подчиненных, он точно так же выстраивает защиту перед вышестоящим руководством. То есть однозначно он понимает, где, что нужно сказать, хотя абсолютно боится любого звонка. Любой звонок его вышестоящего руководителя — это все. Это бледный вид, это пот, это истерики, страх, это все меняется, приоритетов никаких нет. Но здесь ситуация следующая. Всегда хочется сказать вот слова знаменитого Стива Джобса. В настоящей компании ты должен принимать на работу руководителей людей класса А, то есть людей выше тебя всегда. Это паникер всегда это делает наоборот, он принимает на людей ниже себя. Поэтому если вы в такой ситуации, старайтесь искать альтернативное место, если вы хотите расти. То есть паникер, как и тупица, тоже, по идее, работает недолго? Недолго. Недолго, но чуть больше, чем тупица, потому что у него больше сохраненность, желание сохранить за собой эту территорию, обстраиваясь разными там... Слушайте, вы как в Германии доживете вообще. Мне кажется, паникеры и тупицы как раз-таки много, долго и почти везде работают. Очень оптимистично настроены относительно вот нашего, смотри, бизнес-рынка. Все говорят о позитиве, но сейчас действительно есть... Кстати, прошлый кризис с точки зрения наших средств массовой информации назывался не кризис, а турбулентным временем. Так вот я тоже, мне надоело говорить слово кризис, так вот я хочу сказать, что в турбулентное время владельцы компаний как никогда просыпаются и начинают смотреть, что происходит с их бизнесами. Они начинают изучать финансовый менеджмент, они смотрят отчеты о прибылях и убытках. И когда именно в это турбулентное время скорость жизни тупиц и паникеров, и всех негативных руководителей, она очень скоротечна. Ну а мы на скорости такой же повышенной будем двигаться дальше. После новостей продолжим обсуждать проблемы, типология руководителей. Именно эта тема нашей беседы. Есть возможность обратиться в... Не стоит этого делать. Возможно. Как не мог понять, почему... Власть советов. На столице
FM. Бизнес-коуч, бизнес-консультант Роман Дусенко сегодня у нас в эфире. Мы говорим о том, какие руководители бывают, как вы себя ведете с ними. И вообще, есть ли вам дело, уважаемые москвичи и жители нашего, и гости нашего города, до этих самых начальников? И почитаем, что пишут на форуме. Мария пишет: я контролирую время прихода сотрудников в офис. После того, как я стал это делать, дисциплина улучшилась, и опозданий стало значительно меньше. У меня офис, раньше меня недооценивали, вот сейчас стали уважать. Я к какому типу отношусь? Тиран. Тиран. Ираклий, было у меня два начальника. Первый младенец, ты ему все разжуешь, в рот положишь, вроде проглотил, усвоил. А нет, через полчаса перезванивает, срыгнул. Ну, тут действительно, что как это, к какому типу, да? Просто дитё еще. Инфантильный, да. А второй он пишет: пацан, года на полтора-два тянет. Если затих и стучит по клаве, жди какой-нибудь хрени, типа, все тут переделай, а то боссу не понравится. Ну, это что такое? Это кто такой? Я думаю, что это не профессионал, конечно. Объясните мне, пишет Тамара, почему в этой стране в начальники всеми силами лезут именно те люди, которых туда на 28 пушечных залпов допускать нельзя? Потому что, к сожалению, наша ментальность подразумевает, что если ты начальник, ты каким-то образом обладаешь какой-то властью. Власть настолько в России притягательна. Но власть потому что бесконтрольная. Очень сложно ее контролировать. В том числе ты получаешь какой-то... Такое ощущение, что по мановению или там помазанию Божие, что ты вдруг начал вершить судьбы людей. И вот мы в перерыве разговаривали о неких наших историях, то бывают настолько ужасные эти воплощения руководителей. Вот, Лена, по-моему, ты хотела. Да, я приводила пример, что знакомая вот сейчас, как вы говорите, Роман, в турбулентное время на рынке труда, она 4 месяца оставалась без работы и в итоге устроилась пиарщиком в очень крупный банк, в топ-50, а он оказался истеричкой. То есть руководитель? Руководитель оказался истеричкой, вплоть до того, что это крики нецензурной лексикой, это звонки по субботам, а почему ты не на работе, а нужно сделать вот такое задание. Человек приезжает в субботу на работу, он не появляется, перезванивает через несколько часов, говорит, мы будем делать это в понедельник. То есть это какое-то издевательство. Какой тип руководителя, Роман? Мне кажется, что это даже не садист. Вы знаете, это человек, оторвавшийся от реалий. Вот я вырос в 90-е годы, и как обычно нормальный мальчик бегал на улице. Ну вот если бы молодой человек этой девушке пришел, дал бы ему в морду, я думаю, это было бы самым оптимальным решением данного вопроса. Но тогда у нас очень много будет с подбитыми глазами ходить. А это будет сразу видно. Видишь, некачественный босс идет. То есть если ты идешь по улице, навстречу тебе человек в дорогих ботинках, часах и костюме. С подбитым глазом, это значит. Вы тоже мне тут... Алло, народ, вы о чем? Вы тут распространяете вообще ксенофобию? Фобию по отношению к руководителям. Они же тоже люди, у них есть семьи. Давайте побережем их. Тимур пишет: мне обычно попадались адекватные, но не без глупости, конечно. Например, последний страшно боялся ответственности за новые решения. Каждую инициативу приходилось пробивать с боем. Зато после этого все шло на ура. Вот еще пишут: хороший начальник, мертвый начальник. Роман, а скажите, а где грань между втереться в доверие и дружить, потому что есть руководители, которые к тебе присматриваются, потом они понимают, что ты адекватный человек, можно с тобой чем-то делиться, начинают делиться не только рабочим процессом, но и какими-то, может быть, семейными проблемами, зовут тебя обедать, зовут тебя ужинать. Вот этого стоит остерегаться, вот этого сближения? Или все-таки нужно идти на контакт, насколько это возможно? Как себя вести? Когда мы говорили все о типологии руководителя, мы говорили исключительно в зоне деловых отношений. То есть, когда вы выполняете функцию работника, а он руководителя. Не говоря о том, что без перехода на личности. Но когда мы, например, стали незаменимым для звезды, или для тупицы, или для какого-то другого типа начальников, когда он чувствует в вас... опору и надежду, да? У него возникает к вам доверие. Это, знаете, как, в принципе, некая позитивная эмоция к террористу, с которым ты долго общаешься или ведешь переговоры там, или что-то еще. Получается, что если вам удалось сделать построить качественные взаимоотношения на работе, есть вероятность того, что этот руководитель, испытывая колоссальные проблемы в личных отношениях или в взаимоотношениях с другими людьми, попробует стать ближе к вам, потому что вы для него можете стать некой жилеткой. Здесь очень надо быть осторожным. Я не могу сказать, что это однозначно нужно убирать, ведь если это руководитель большого
большого полета, да, большой компании. Это значит, что если вы с ним, помимо качественных рабочих отношений, сможете еще иметь возможность водоразделом разделить товарищеские отношения, это значит, вы стали его командой. Если мне дадите две слова, я буквально хочу сказать о том, что при всей типологии руководителей, у каждого руководителя есть определенная команда. Есть те люди, ключевые в каждом подразделении, на которых он рассчитывает. Отношения к которым даже в субботу приехать в 10 утра и сделать будет для них воспринято не как унижение, а как возможность помочь ему продвинуться к командной работе, потому что от этого зависит вся команда. Так вот, войти в команду невозможно без, как сегодня принято говорить, химии между этими людьми. То есть она включает в себя и качественные деловые отношения, и качественные, и, возможно, несколько более близкие отношения, и информированность о его личной жизни, о каких-то секретах. Между прочим, многие работники или коллеги знают такие секреты, о которых близкие могут не знать. Рома, ты сам руководитель какой? Ты знаешь, я не хочу заниматься саморекламой, но... мне кажется, я все-таки демократический. Вот здесь можно было точку поставить. Не хочу заниматься саморекламой. Да. Мне, к счастью, когда я встречаю своих людей, с которыми мы работали вместе, они мне пишут очень добрые письма. И я считаю, что только ради этого стоило инвестировать 20 лет в корпоративную жизнь, будучи руководителем. Я стараюсь, безусловно, я жесткий руководитель, когда люди не выполняют возложенных на себя каких-то обязательств или делают что-то, то, что заранее между нами обсуждено, а в результате приводит к тому, что качество процесса ухудшается, меня не поставили в известность. Об этом, конечно, я могу высказать все, что я считаю необходимым в рамках приличия и, безусловно, не оскорбляя лично. Никогда, уважаемые руководители, задумайтесь об этом, никогда нельзя переходить на личности. А вот самый-самый-самый лучший тип руководителя — это какой? Святой. Ух ты. Ну, расскажи пару слов. Ну, наверное, это, безусловно, такое юмористическое название руководителя. Это руководитель моей мечты или руководитель каждого из нас. Когда он живет твоими потребностями, когда он тебя развивает, когда он старается сделать так, чтобы атмосфера в офисе была прекрасная. В этом смысле есть прекрасный, между прочим, пример Тони Шейн, который возглавляет компанию «Запас». Это компания номер один в мире, философия которой пошла «доставляя счастье», «deliver happiness». То есть его задача — дать сотруднику, пришедшему к нему на работу, состояние счастья. Я был в «Запасе», и это очень действительно весело. Я, кстати, посмотрел фильм сейчас про Тьюринга, Алана Тьюринга. Не смотрели еще, друзья? Нет, еще. Нет? Нет. Слушайте, супер. Мне так понравился фильм вообще. И он как руководитель, он же такой странноватый типчик-то был, да? И вот, ну, кстати, если говорить о Джобсе, он же тоже странный, странный тип. Странный, безусловно. А есть такой тип странный? Странный, да. Есть человек странный, но если с точки зрения Джобс, странный... Ты понимаешь, что человек создает, он уникальный, он единственный в мире. Его странность обусловится тем, что он создает фантастические вещи. То есть это, безусловно, это фантастика поработать с таким человеком. И, к счастью, ты знаешь, мне удалось, будучи в Калифорнии, случайно встретиться со Стив Джобсом, когда он... Я хотел зайти в этот офис, посмотреть, ну что там такое внутри. И в этот момент открывается дверь и выходит Стив Джобс. Единственное, что я сказал, «Хай, мистер Стив Джобс». Руку пожал, нет? Вот видишь. А то бы мы тоже пожали. Ну, анекдот про начальника, знаешь какой-нибудь? Да, пожалуйста. Ну, любимый свой. Нет, не могу. Не будешь. Да. Сергей Иванович, такое несчастье, умер ваш заместитель. Да, это большая потеря для меня и для нашей компании. Сергей Иванович, я понимаю, сейчас, возможно, не совсем подходящий момент, но все-таки, может быть, я могу занять его место? Это было бы замечательно. Попробуйте договориться с похоронным бюро. Просекли? Нет? Юмор. Да. Да, то есть следующий он будет. Да. Конечно. Друзья мои, будьте осторожны с начальниками, особенно в кризисные времена, потому что начальники вот в это волатильное время тоже испытывают такую большую волатильность, как и наша, мне кажется, валюта. И маленький совет в завершении нашей передачи. Пожалуйста, попробуйте оценить, а кто вы на самом деле, к какой типу вы относитесь, для того, чтобы, идентифицируя руководителя, понимать, насколько вы релевантны с ним вот можете работать. Это ваше домашнее задание от консультанта по бизнесу, банкира-предпринимателя Романа Дусенко.